Продолжаем эфир. Домашний скот гибнет в Акмолинской области. Из-за удорожания кормов сельчанам нечем кормить коров и лошадей. Погода усугубила ситуацию. Из-за толстого слоя снега животные на выпасе не могут добывать себе подножный корм. Жители сел региона перестали выгонять лошадей на выпас и содержать в домашних условиях. Поголовье резко сократилось, отмечают сельчане. Эта проблема наблюдается в нескольких районах области. Власти знают о ситуации и обещают помочь сеном. Особенно вот сигналы поступают у нас по Зелендинскому району. Мы держим связь и с акиматом Зелендинского района. Предпринимаются меры по выправлению ситуации. Организовано акиматом, по информации акимата Зелендинского района, подвоз соломы к сектору домашних хозяйств для того скота, поголовья, которые вынуждены были привезти домой.